от нее пришли. Я могу много ее не тянуть, сейчас ее забирают. Тогда не надо ее менять. Ах ты шлюха, блядь. Хочешь, чтобы поменять, давай каталку заносить. Ёхарь, подожди, они пока шлюху хотят увидеть. Какой пыль летает. А зачем забирают? Для мощь. Хотят, чтобы коньки дала дома. Тебе тоже все надо знать. Ты вообще кошмар. Ой, ты тут дай бог мне всем прожить до 90 лет. И 90 лет? 80 чем. Да, маша, 84 года. Я сегодня, схожу к одной бабуле, капельницы стали, ей 100 лет. Маша. Вы если ее увидите, на кресле сидит. Газета перед ней, Вика, помнишь, телевизор перед ней, Миша, все видит, все слышит. У нас один русский умер, да? Он тяжелый был умер. Великую Отечественную войну. Этот говорит сам сын. Сын говорит, оденьте, да, говорит его. А мы такие, мы не одеваем. Да, может, русский, не так вы сказали, молчи. Мы не одеваем, сказали. Нет, я пошла, я говорю, девочки, вещи тоже взяла. Это была шлюха, стерпая меня. Я говорю, и русский дед, они говорят... А я им говорю, они вещи дали, сказали, чтобы его одели. Эти мне сама взяла, сама одевает, делать нечего, нам труп одевать туда. Я поняла, что по 500 рублей дали. О, давай! Пуговицы тоже. Я пуговицы застегиваю, неправильно получается рубашка. Опять открываю. А мне тоже ремень принесли, ремень тоже одеваем, замок открываю. Это по телефону говорит и рубашки. Я взяла его трупа рукой, ее стукнули, господи. Давай его одевай. Рубашку, носки, все одели. Майка, трусы. Да, скажи. А, не так не получается, да, ее вытащили. Все уже, да? Я немножко осталась. Смотрите, вы что-то рады. Филатина. Оказывается, они противочу яйца вот так делают. Бананы. Вот здесь лежала она. Он не попадает, это хочешь интегрировать и не попадает. О, потом он говорит, уберите ее от меня, и вот так сзади. Мы смотрим, бабки рука вот так зашла сзади. Вот завязанная рука. Она свою корню ела, поэтому ее завязали. Вытаскивала вся в говне. Что?